В Казанском университете создали метеорологический телеграм-бот. Он информирует о том, какой была погода в Казани в любой день, начиная с 1900 года. Все подробности смотрите далее. Казанский университет располагает одной из самых древних метеорологических станций, которая может похвастаться третьим по продолжительности рядом в нашей стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Ученый из Казанского университета Тимур Аухадеев попытался создать такой ресурс, который мог бы воспользоваться абсолютно любой человек. Для этого нужно только ввести дату, и бот пришлет отчет о погоде того дня. Этот бот использует информацию за предыдущие сутки, за следующие сутки и говорит о том, какая же была минимальная температура, максимальная температура, были ли перепады давления, и если были, насколько они были резкими. В то же время, выбранный день, если это зимний период, какая высота снежного покрова, чтобы сложилось такое полноценное мнение об этом дне. В настоящее время бот использует архив, начиная с 1900 года. В дальнейшем планируется расширение и углубление архива, так как в Казанском университете метеонаблюдения ведутся с 1812 года. В ближайшее время обязательно подключится более широкий архив, так как представлена пока только Казань. Я уверен, что люди хотят знать и, например, информацию про другие города. Мы обязательно добавим такую возможность. Кроме того, добавим возможность какого-то визуального представления информации. Например, в виде карты. Иногда карта воспринимается лучше или в виде графиков каких-то. Проще говоря, в общем-то, потенциал расширения очень широкий. По словам разработчиков, в данное время программа робота живет на его домашнем компьютере, поэтому работает в текстовом режиме. Планируется перевести бота на сервер, чтобы он был доступен круглосуточно, а также научить бота анализировать информацию и сообщать о том, насколько обычной является погода в запрашиваемый день для этого времени года. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.